Как развиваться? Как повысить свою зону комфорта? Да очень просто. Иди в зону дискомфорта. Когда ты пробудешь определенное время в зоне дискомфорта, она станет твоей зоной комфорта. И таким образом ты увеличишь свои возможности. Ты увеличишь свою зону комфорта, и поэтому твои возможности тоже возрастут. Ты сможешь достичь большего благодаря этому. Поэтому дискомфорт – это наше все. Дискомфорт – это хорошо. Нужно полюбить дискомфорт. Лично я люблю дискомфорт, и поэтому я прыгаю в прорубь или какими-то новыми делами начинаю заниматься. Поэтому до встречи в зоне дискомфорта. С тобой был Геннадий Мелехин. Пока.